такой быстрый, быстрый отчет по Лизиной комнате. Лиза готовится уже ко сну. А еще здесь у меня есть фонарик. Да, я чихаю. Лиза спит с пёселем. И со мной. И со мной с пёселем. Там у нас шкаф, куда мы складываем подушки, которые здесь у нас лежат днем. Лиза спит с пёселем. Еще раз повторю. Да, Лизонька спит с Габи. Гэби. Гэби. Там у меня кровать. Здорово. Настя нормально чувствует на кровати. И она тоже. Они обе себя чувствуют нормально на кровати. Завтра вам покажем полностью обзор дома, наверное, если я соберусь с силами. Не кусай меня. Мне еще не